Всем привет, с вами Digital. И в ближайшие несколько часов я прохожу пару аркадных игр. Это Бэтмен и Робокоп. Два защитника справедливости и мира во всем мире. Вот. Начнем. Оп, самый лучший. Оп, сто, оп, все. Девяностый год. 1990 год, кстати. Be careful. Be careful. То есть вот тут нам предлагается, значит, выбрать три жизни, да? Либо семь. Естественно, мы выбираем 7. Ой. Я надеюсь, мы выбрали 7. Привет, Алыч. Чего окном? Не понял. Фуллскрин. Было сначала в окне, я пытался захватить ее игровым захватом, но... Оп, сегодня что-то как-то... Как-то не очень. Совсем. Версии вроде новые выходят, а... Лучше порой не становится. Что-то я... Нифига себе, он своего же убил, что ли? Shields up. Shields up. Napier's cleaning out Axis Chemicals. Jack Napier is cleaning out Axis Chemicals. Shoot the black... Чего? Короче, shoot the black car, я понял. Тра-та-та-та-та-та-та. Тра-т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 а. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Шутер пошел просто. О! Вот видели, какой реализм? Один выстрел там или парочка, и все. Это не то, что вам всякие Бэтмен Архам. Асайлумы и прочее, это казуальщина. И все. Даже от обычного ножичка. Погибаем. Find Jack Napier. A fire bat rope up to go up. Чего? Стреляйте вверх этим веревкой, чтобы, собственно, подниматься вверх просто. Вы поняли, да? На тебе. Чё там? Игровой захват, много фиксов. Вплоть до старых DirectX'ов. Да ладно, вот да ладно. Дюну 2000 как не захватывал, так и не захватывает. А лоды, по-моему, не захватывает. Так. Пора переходить на X-Split, короче. Ух ты! Как-то он странно здесь прыгает. На препятствиях особенно. А, у меня батаранги. Догадался я.
А вот, кстати, этот напер. Давай. У него пистолетик, а у меня кулаки, да, нормально, да? Сейчас мы ему напинаем. Wait till they get a load of me. Флюгельхейм Музеум, Rescue Vicky Vale. Ты что такое? Хватит помирать тоже. В общем, спасите эту Vicky Vale, да хватит, я говорю. Дайте мне уже пулемет. Что это за Бэтмен вообще? Без пулемета. Ржет еще надо мной, собака страшная. А блин, сейчас опять помру. К Сплиту тоже свои загоны бывают, например, с рестримом на Каракине. Кто с Эксплита? На Твиче рестрима нет никогда, да? Отжал паузу, убили. Шарики. Так ты... Ну же должна быть броня, нет? Тыкнули один раз ножом. Хитрый, да, думал? Пригнулся, главное. Блин. Почему он пистолеты не может взять? А, я еще не помер. Потрясающе. Маньяки тут. Просто. Ай-яй-яй. Микро-микро. Блин, не замикрил. Да встаньте вы. Мужчины в пальто. Ничего себе. Еще как-то по-разному прыгает. А, во, этот самый, Джокер. Неожиданно. Ааа.
Чего? Да помри же ты уже! Все. Да вот она моя! Вики Вейл. Бэтмен и Робин на Сеге стримил? Нет. Слишком хардкор. Ничего себе, ракетой-то прям. Промеж глаз. Куда ракеты-то летят вообще? Да. А. С этих вот зелененьких машин. Догадался я. Ой. Кажется, я себе 3 жизни выбрал вместо 7. Я не очень. Поэтому Бэтмен мне говорит, be careful. Типа ты совсем уже. Fight against the Joker's man. Опять эти маньяки в красных куртках и с ножами. Хардкор пошел. Можно монеток накидать. Какой же аркадный автомат без монеток-то? Ой! Вот с молоко убежало. Ты... Так, дам сейчас. Время, я думаю, что так тикает-то? То есть по истечению времени он что, умирает, что ли, или что? Или меня просто убили? Одновременно с тем, как время истекло. Нет, видимо, убили. Да блин, только забираешься по лестнице и все. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. ГГ. Дыха не гаску! Гаста против пулик не решает. У-ху. Привет, Тор. Ну вот и видишь, борюсь за справедливость в отдельно взятом городе. А так стрим начался с проблемами захвата, игрового захвата у Апса. Вау!
Чего там за салон был-то? Зачем тебе постоянно, мне постоянный битрейт? Наверное, для того, чтобы на Твиче сохранялись записи. Потому что с ВБРом он постоянно их рвал. На части, на куски просто. Как тузик-горелку. Либо не записывал вообще, порой. Почему-то. Да чё вас так много-то здесь, алё? В принципе, можно и ВБР, конечно, поставить, а потом выкладывать на Ютубик. Чё там, секс, лайс, видео? Видите, да? Короче, сплошной секас-то. Ложь и видеоигр. Или что-то типа того. Так, куда тут идти-то, я что-то не пойму. Нет, явно не сюда. А-а-а! Зачем мне записи? А зачем сделали, возможно, записывать? Потом тут же оставь, я скачу иногда, чтобы устать. Давай, Тор. Счастливо. Блин, опять время закончилось. Что-то я совсем заигрался. Тор, небось, уже ушел. Что такое? Так. Все, сейчас надо. Не крить сейчас. Замикрил. Че, все ниндзя пошли? Flies through the night and finds me ready. Shoot the Jokers. Helicopter. Ничего себе. Catch the balloons. Так, а как тут catchить balloons? А, я один уже... Кажется, я один пропустил. Просто надо на них лететь! Джокер говорит, мои... Балуны собирает! Какой негодяй. А, курс на балун! Блин, пропустил уже два! Все, город помрет страшной мучительной смертью. От смеха. Че себе? А, я прошел, что ли? Лол. Неужели 2 мегабита неподъемный битрейт? Ну вот, для некоторых, да. Зрителей. Я думал, я провалил задание, я как-то прошел. Каким-то чудом. Пропустив там... пару баллонов, шаров этих с отравляющим газом.
Да прыгай же ты уже. Реализм! Он убился от падения. Вот так вот. Shall we dance? Там положили исполняшку. Вообще без комментариев. Хотел сказать, положили в исполняшку для жизни прямо перед этой. Вот, перед коробочкой вот этой вот. Взрывоопасной. И в это время я прыгнул какую-то тут расселину. Ни хрена себе у него пистолет. Ой. Закусали. Я даже присел, все равно не помогу. Эти маньяки. Вот почему америкашки запрещают автоматическое оружие. Может, толкать его нужно до расселины на этой? Evidence with the devil in pale moonlight. Давай, 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 yeah! Маньячило, смотрите, прям стоит там, ждет с ножом, смотрите. Вау! На с ноги. Вау! Краткий курс обезвреживания маньяков. Нифига себе, колокола-то тут. Так, кажись, маньяки меня сами обезвредили. Они еще и падают. Ничего себе номер. Ай, ну вас! Какие-то фиолетовые уже пошли. Элитные типа. Well, it's time to retire. Типа, пора уходить на пенсию. Короче, мое кунг-фу не зарешало.
truly mightier than the sword. Just the two of us. Mano y mano. Just the two of us. Mano y mano. Just the two of us. Mano y mano. Блин, ну почти дотолкал. Теперь у меня батарангов нет вообще. Обложь челюсть. Почти. А, успеть бы! Так. Нифига я на первом месте. По крутости. Вот такой вот был аркадный Бэтмен. Робокоп. Следующий, да? Так, Терминатор чужой будет? Нет, не сегодня. Такс, что тут у нас? Робокоп, да? Вот теперь хватает, что за фигня? Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law.
Короче, Serve the Public Trust. Это, что там? Ну, вы поняли. Защищать невинных, что там? Служить закону и все такое. Служить и защищать, в общем. В 90-м году что-то там действие происходит, так, все, мертвый, так, Робокоп, тр-тр-пр-пр, убили, в общем, полицейского, сделал из него робота. Теперь он робот-полицейский, что так быстро, я не пойму вообще. Че он там орёт-то? Гарбич, что ли, чё? Или гады? Главное, почему он ящики не разбивает оружием? Алло, почему надо подойти к ящику, разбить рукой и получить гранатой по голове, скажите? Короче, будем считать, что он орёт гады. А, гады! Сволочуги! Ой. Изич. Thank you for your cooperation. Thank you for your cooperation. Мадапака. Good job, Robocop. Йо. Я не пойму, у него автоматическое или полуавтоматическое оружие? Почему нужно кнопочку еще каждый раз нажимать? Ну вообще... Написано же «фул». Чего? Не дали даже никнейм ввести. Я там получился не дидж, а ди какой-то там. Ой, с бензопилами. Сбежал из Петтерхауса, что ли? Data City the future has a silver lining. Чего? Короче, блестящие перспективы в Delta City. Рельс какая-то. То есть сломай ящики и найди там ничего. Ничего. You are under arrest. Интересно, как я девку не убиваю? У меня оружие избирательное. Избирательного действия. Смарт-ган просто. Yeah.
пули с автонаведением, распознаванием свой-чужой, типа, все дела. Между прочим, время-то минута осталась. Куда ты вверх стреляешь? Thank you for your cooperation. Логичнее было с тира сначала начать игру. Попрактикуйся в тире, а там мы уже посмотрим, выпускать тебя на улице или нет. Такого тамазил. Да что ты? Хитс. 81% попаданий? Ничего себе. Not too bad. Неплохо, неплохо. Вы пресса терминатора раздавит, не то что. Робокопа-то. О, нифига себе. Ну, шпана. Блин, подпресс бы... Да, подпресс бы не попасть. Счастье было недолгим. Ну, мы поедем или нет уже, нет? А я еще и сам должен вверх нажать. Ну ладно. Вот почему нельзя выстрелом ящики разрушить и обезвредить этого? Наглеца просто. Under arrest. You are under arrest.
Как делать нечего просто. А этот. Чувак-то как его там звали? Лысенький такой фильм. Водники рыбы. Как-то так. Так, и что? Это номер. Ага. Просто шмап уже какой. По диагонали, оказывается, надо жать-то, чтоб на лестнику забраться. Это просто все строчки чарта займу. Я могу. С какой пушкой там ходит, чувак? Это что за битва такая? Детское питание, что ли? Ты что это за фигня-то? Бревна, что ли? Или шпалы? Неожиданно. Ушатали гири.
Опять shooting practice. В чем суть этого shooting practice? Набивание очков. Явно не в практиковании стрельбы. Грубовое молчание в чате. Emergency call. Походу, это последний уровень. С тыла зашел. Вражина-то. О. На-ка тебе. Кто на меня? Кто на меня? Кто на меня? Гоблин! Так и остается загадкой, что же там все-таки кричит рыбаков. Гоблин! Гоблин! А не слишком ли много всего на экране-то, стреляющего? Ой, как все тормозит-то. Неужели на аркаде так же было? Причем скорость-то он показывает 100%. Значит, на аркаде так же было. OCP. Рава капиталистов-подонков, да? Этот-то покруче будет, иди. Don't move, freak. Хорошо, хоть у него здоровье не регенится, противник. Thank you for your cooperation. О, спасибо за сотрудничество. Аннигиляторы тут пошли-то просто.
Лифт, на котором нужно нажимать самому вверх, чтобы он поехал. Понимаете, да, всю силу высоких технологий? Или вниз, соответственно, чтобы вниз ехать. Кошмар, сколько денег тратили в этих аркадах. Страшно подумать. Потому что пил, и ты все, и помер. Ой! А чё я стреляю-то, как оголтелый? Так, для профилактики же. Ой, чё-то сейчас будет. Ой-ой-ой-ой. Ой, вас двое. А не офигели ли вы? Двое. На одного-то вообще. Гопота. Роботизированная. Блин! Криты-то кончились. Неожиданно. А я что-то жду. Побью. Metal Slug, смотря какой. Аркадный нет.
хватит помирать тоже. Так, минус один. Я вроде стреляю, а чего не уменьшается полоска? Ой. Нифига, тут можно... Типа он фиксирует сам положение. Нажал по диагонали и все. И дальше жать по диагонали не надо. Так. То есть как бы мои пульки не долетали до него, да? Все, спекся. Thank you for your cooperation. You have saved Omni, что-то там. Слишком быстро. Так, вот это точно Final Countdown просто. It's a final countdown. Поджарили. Да вы запарили. Семьдесят тысяч сто. Вот видите, все на экране тормозило. Непонятно, то ли это эмуляция. Не очень, то ли так и было на аркадном автомате. Не, они, главное, нормально, да, прокидывают через пол, а я нет. Гранатами через пол, нормально, да, с верхнего этажа на нижний достают, а я нет. А я, типа, не могу до них достать, чё, нормально? Конечно. Логично. Граната-то сквозь пол летит, чё тут, непонятно. Мои пульки не могут сквозь пол лететь, естественно. О. Идти зря я на этом этаже сошел. Хотел залутать айтем какой-то. Ой, как все тормозит. Yeah.
Фига вас здесь понаставлено. Дайте пройти-то. Так, сейчас будем главного злодея выкидывать в окно. Опять сейчас будет это, иди. Жизнь была короткой, насыщенной свинцом. Ну еще чуть-чуть и все. И ГГ ему. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Thank you for your cooperation. Она и шутинка. Короче, спасли президента, получили 100 тысяч, нормально. Хотя могло бы быть и больше, тут же, за президента. Геймдизайн Юшиуки Урыш... Юшиуки, в общем. Вот такой был. Аркадный Робокоп. Неплохой, надо сказать. The end and all over. В общем, первые 4 строчки и последние 2. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. RoboCop. RoboCop. The future of law reinforcements. Ну, вы поняли. Гомель! Тю-тю-рю-тю-тю-тю-тю-рю-тю. Привет, Глио. Так, ребятки. Часик постримил. Сейчас я быстренько сбегаю в магазинчик. И, наверное, потом продолжу. В общем, минут через 20 так ждите. Кому интересно что-нибудь. Какую-нибудь еще игрушку постримлю старенькую. Спасибо за внимание. Плюсуйте. Кому понравилось. Скоро увидимся.